Здравствуйте, прошу прощения, сначала не то видео отправил вам. Вот сами часы. Ну, соответственно, вся эта механика идет. Здесь, я думаю, у них стандартно по корпусу. Такой вот дефект я здесь по кругу. Ремешок все кожаный. Все как положено. Это у нас, соответственно, все выдвигается. Здесь у нас, соответственно, так, сейчас дату мы меняем, видим. Сейчас до конца не сделаю дату-то. И здесь, соответственно, закрыли. Все стрелочки у нас идут. Все полноценно работает.